Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Хочу с вами поделиться интересной информацией о мехе Тоскана, о коже рептилии, о коже питона, коже ската. В этом году была уникальная возможность, удивительная, побывать в такой стране, как Таиланд. У нас был тур бесплатный на посещение фабрики Тоскана. Это итальянская фабрика, которая занимается профессионально выделкой кожи, выделкой меха и тонировкой, исключительно из натуральных красителей, что гарантирует долгий срок эксплуатации. В этом сюжете я расскажу о том, как отличить натуральную кожу крокодила от подделки, насколько является теплым мех Тоскана, до скольких градусов он может спасти от мороза. Начнем с простого, с меха Тоскана. Мех Тоскана имеет более длинный ворс, что позволяет быть в тепле, в принципе, в любые морозы. Мех легкий, мех пушистый и согреет вас, даже если за бортом минус 45, минус 50 градусов. В отличие от простой овчинки, как я уже сказал, имеет более длинный ворс. Когда у овчинки более короткий и более плотный ворс, она меньше вас спасет от мороза, но в принципе для зимы пойдет. Да, и немножко о цене. Конечно, мех Тоскана, мех простой овчинки является более экономным, в отличие от шубы, например, из норки, что позволяет ходить в дубленке, на выставки, на концерты, в университеты. Можно ее спокойно ставить в раздевалке. Из кожи крокодила изготавливаются только аксессуары, так как спина крокодила имеет костяные наросты. Если вы возьмете и попытаетесь продавить их рукой, у вас это не получится. Можно сказать, что они деревянные, то есть практически невозможно их прогнуть, промять. Это очень удивительно. А вот кожа из животика крокодила является наиболее подходящей для верхней одежды. Она мягкая, она красивая, струйчатая и имеет долгий срок службы. Сразу оговорюсь о том, что очень существует много подделок имитации кожи крокодила. Как обнаружить, что это не кожа крокодила? Как раз то, что я говорил, вы берете и пытаетесь надавить на вот эти косточки. Они не двигаются, не проминаются, в отличие от имитации. Когда будет имитация, всегда немножко будет промин. Довольно часто можно встретить кожу крокодила или имитацию кожи крокодила в таких аксессуарах, как кошельки, ремни, сумки. А вот что сказать о носкости кожи крокодила, то носится она в среднем так же, как и кожа ската, 20-25 лет. А вот кожа ската, если вы возьмете ее в руку и потрогаете, она имеет шероховатую поверхность, напоминающую простую наждачку. То есть она грубоватая и меленькая, и очень мягенькая. Из нее тоже изготавливаются кошельки, сумки, ремни. На фабрике Тоскана очень много изделий из кожи змеи, просто очень много. И аксессуары, и даже обувь из кожи змеи. Это мужская обувь, женские сапоги, куртки, женские, мужские куртки, жилетки. Кожа змеи является тоже очень ноской. И в среднем радует своего владельца 10-15 годами сроком службы. На первый взгляд, что очень даже непривычно, обувь, сделанная из кожи змеи, будет радовать своего владельца 10-15 лет.
Несмотря на то, что это мягкая кожа, чешуйки не отрываются, не отклеиваются, не отлетают. Если смотреть из разновидностей, наземная змея или водоплавающая, у водоплавающей змеи более мягкая кожа, более нежная кожа. И из этой кожи уже не изготавливается, например, обувь. Из нее изготавливаются только аксессуары, кошельки и сумки. Но и она будет радовать своего владельца порядка 10 лет. Пройдясь по залу, обнаружили много изделий под кожу слона. Это очень модно. Но на самом деле из кожи слона запрещено изготавливать любую одежду, любые изделия. Это кожа буйвола. Кожа буйвола хорошо поддается обработке, выделке и часто выдается за кожу слона. Это и красиво, и модно, и практично. Подведя итоги, хочу сообщить вам, что самая оптимальная одежда для осени, для весны, для нашей российской погоды – это кожаные куртки. Они защитят и от ветра, и от влаги. В них очень удобно и на мотоциклах кататься, пешком ходить – это и стильно. Любители кожаных курток, объединяйтесь, ждем вас в нашем магазине. С удовольствием представим вам наш товар, нашу подборочку. В этом сезоне мы разбавили расцветки темные бордовыми тонами, зелеными, светлыми, бежевыми. И размерчики есть как поболее, так и поменьше. Ждем вас. Приходите, пообщаемся. Всем пока.